Новые правила в Запорожгазе. Перезаключать договоры с Запорожгаз с бытом абоненты теперь будут про упрощенной системе. Минувшее лето выдалось жарким для самых сознательных абонентов Запорожгаза. Услышав информацию о необходимости перезаключать договоры с новым поставщиком голубого топлива Запорожгаз с бытом, люди собирали необходимый пакет документов и шли в пункты обслуживания абонентов. А дальше занимали очереди ни свет ни заря, выстаивали в узких коридорах. Четвертый раз я прихожу, Дёнька, четвертый раз. Я уже здесь два раза. И пришла, я пришла это, на 6 часов, а люди приходят на 4. Вот сюда приезжать 150 раз. Попробуй да и зайти. Не зайдешь. Газовый переполох длился полгода, но правила игры меняются. Готовится к печати новый документ, который называется «Заявление о присоединении к типовому договору». В этом месяце поставщики газа обещают разослать такой всем потребителям. И его уже можно скачать в личном кабинете. Для этого нужно зайти на официальный сайт Запорожгаза и зарегистрироваться. Также там можно передавать показания счетчика, отслеживать свои оплаты и оплачивать запотребленный газ онлайн. На сегодняшний момент им достаточно подписать то заявление, которое мы им пошлем, вернуть его в абонентную службу путем любым, каким ему будет удобно, отправить почтой, принести в любой пункт приема и оставить специально подготовленные ящики. И даже в том случае, если человек не отправит нам это заявление, он будет считаться присоединенным к этому договору, если он оплатит по нашей квитанции услуги природного газа. То есть ни в каких очередях стоять не нужно, как и предоставлять каких-то дополнительных документов, просто заплатить за газ по квитанции. Также предполагаются изменения в системе начислений, когда потребитель сможет видеть, сколько стоит сам газ и сколько стоимость его транспортировки и распределения. Что осталось неизменным, так это телефон для справок. Если у кого-то из абонентов есть вопросы к газовщикам, к их услугам номер 2808-104.